на самом деле рабочая атмосфера. Вчера приехал Андрей Рублев, западавший на один день, поэтому сейчас вся команда в сборе, готовимся. Поэтому все, надеемся, погода позволит, дождей не будет, все тренировки пройдут по плану. Сегодня официальный ужин команд. Вот, а завтра уже последний день, где уже там, скажем так, не будет большой нагрузки, а уже ребята будут там какие-то небольшие поправочки перед матчем, что-то потренируют. Вот, в принципе, уже осталось недолго, завтра жеребьевка, знаем, кто играет первым, вторым. Поэтому все по плану. Вы определились, кто из этих шести будет выходить на корт? Четверка или будут замены в течение матча? Нет, ну у нас 4 человека. Завтра мы должны за час до жеребьевки заявить двоих. Поэтому пока еще смотрим. Есть, конечно, наметки, да, нужно подождать завтра, кто как себя будет чувствовать. Все, и уже примем перед жеребьевкой окончательное решение. Ну, а задача, естественно, одна, да? Ну, конечно, не может вообще быть другой задачей. Как любой человек, приезжающий играть за сборную, думает, естественно, только о победе. Спасибо большое.